день. Сегодня мы поговорим о сорте томатов сливки. Сорт Ниагара. Прекрасные сливки идеально подходят для вяления и заготовок на зиму. Во-первых, очень красивые формы. Вот, посмотрите. Удлиненные, с красивым носиком. Вот, урожайные. Вот они, видите. Действительно, как водопад. Ниагара прям спадают вниз. Очень красивые, мясистые. И с отличными вкусовыми качествами. Вот такие прекрасные сливки Ниагару будут вас радовать. Подписывайтесь на канал. Мы рассказываем о томатах, о голубике, о винограде и о многом-многом другом. Будем рады ответить на все ваши вопросы. До новых встреч, дорогие друзья!